Быть счастливым и желание испытывать счастье – это противоположные вещи. Потому что это то же самое, как хотеть награду и получить награду. Вот, допустим, человек на соревнованиях участвует, если он хочет награду, значит ли это, что он получит награду? Исследования показывают, что скорее наоборот. Когда человек выполнить хочет свой долг, он просто выполняет спокойно свой долг, а там как получится. Тогда он получает награду. А если он сильно хочет награду, он теряет все. Я помню, я участвовал в кроссе, бежал просто. И я так сильно хотел первое место занять. Мне было важно только первое место. Я поэтому бежал на износ. Я сначала вырвался вперед, а потом меня все обогнали, потому что я сдох. Бобик сдох. Вот, потому что я сильно хотел победы, понимаете? А надо было сильно просто хотеть пробежать правильно. То есть не надо было сильно вперед вырываться, надо было силы рассчитывать, понимать, каким ритмом бежать, чтобы не устать и так далее. Много правил. То есть надо очень трезво это делать. Это означает непривязанность к результату.